Наша республика богата лесами, 19% от общей площади Дубравы. К сожалению, дубы в Чувашии болеют. Летом хорошо видно, что листва этих деревьев изъедена гусеницами. Какие меры применяются для спасения зеленых пациентов, выясняла Марина Рябцева. Сегодня в Чебоксарах плюс 27 градусов, но все же в лесах можно встретить вот такие ледники. Это специальные снежные бурты. Их еще в марте месяце заготовили работники лесничеств. А затем в конце апреля сюда привезли сеянцы деревьев. И здесь молодые дубы в холоде ждут время своей посадки. Здесь, в опытном лесничестве, активно используют механизированную посадку. Еще в 1990 году за внедрение промышленной технологии восстановления дубрав лесхоз был награжден серебряной медалью ВДНХ. Такая технология облегчает не только процесс посадки сеянцев, но и дальнейший уход за ними. Основной уход за молодняком – это пропалывание, чтобы новые посадки не заросли. Есть еще беда, которая давно стала напастью дубов Чувашии. Листовертки и другие вредители поедают листву этих деревьев. В этом году планировалось выделить средства на опрыскивание дубов. Анализ по модельным веткам, показал, что объедание уже меньше 30%. Поэтому нынче как бы опрыскивание, наземное опрыскивание, которое больше денег стоит, решили отменить. Как я помню, за 37 лет работы я два раза опрыскивал, на опрыскивание было самолетов, на наземное опрыскивание было два раза вот за 37 лет. Вот эти мероприятия, конечно, проводятся. Но это, конечно, дорогостоящее мероприятие. Но в основном листовертками борются, конечно, птицы. В общем, вся надежда на птиц? Стараемся и на погодные условия. Тоже. Вот зимой, вот, конечно, почему нынче как бы меньше поедания. Зимой были как-то холодные дни, то до 28-30 градусов. Вот эти морозные дни могли повлиять на сохранение яйцекладок. Они могли погибнуть яйцекладки. Выделят ли деньги на лечение дубов в следующем году, пока неизвестно. Работники лесничеств будут и дальше наблюдать за состоянием дубрав Чувашии и отправлять отчеты в министерство. Пока же бороться с гусеницами предстоит исключительно птицам. Марина Рябцева, Антон Вовк, Республика.